Что все молчат? Квест? Потому что... Потому что Аздоник стал молчалив. Ну, хитрый. А, не-не-не, это машина. Что? Опа-на, подожди, опа-на. Чё там? Здание. Тут есть АЦР бак, ну, который этот, типа... Оружие? А, нет. Подожди. Убейте Алибабу. У меня типа рюкзак есть, а его как бы нету. Сколько человек? Сломанный рюкзак, что ли? 8, по-моему. 8. Или нас 8, а 6. Поехали. Стой! Зря вы едете на этой хрени, а сгорите же. В итоге мы первые. Паш, ты чё, пешком? Да. Дома едем. Едем, проезжаем. А вот так хотя бы всё. Там была арка справа. Блин, мило. В другой стороне, не? Да, другой, мы уже не. Я думал, у нас водитель с какой-то дикий планами. Да, или что-то там чё-то не даже. Нет, GPS-а нет. Сколько миссий подряд не мог выполнить? Прошел за стрелка и сразу было 4. Все, забудились? Нет. Стоп, куда мы едем вообще? В машине GPS есть? Почему мы не едем вверх карты? Нам вниз надо ехать, на юг. И объезд лучше съехать. Короче, ладно. А у нас у кого-нибудь здесь из троих типок есть? У меня просто пулемет, можете наводить. Как? Что? Ран. Че, что? Я верю. От машины отойдите, господа, сейчас на РПГ летит. Уходите от нее, машина. Военные люди тут. Лучше из пустыни. Фанги? В ушах теперь звенит. Ложись, бот, ложись.
Вижу. Тоже вон. Живой? Да. Я меня ранил. Слышу. Пулеметчик стрелили? А у нас машинка медицина блок? Лестница, да хрена и гранаты. И снаби вода смеща. А кого-то из нашего убил, не? Лечь. Ну я ему уже один этот бенефит кого, но ему как-то все равно. Ты его перевезу. Может под морфей, но уже тогда ничего не сделает. Вообще морфей надо кого-то. Прям на меня. Я без меня не помню. За мной, за домом. Будет. Понял. Прям за моим домом. Где я сижу сейчас? Блядь, не вижу. Там один дом, если здание лежит, наверное. Вон, дай. Пойду. Куда ты меня черепашка? Черепашка не успел заползти обратно. Че говоришь? Вперед, ты меня убил или нет? А ты кто был? Укроп. Нет, я понял. Нет, с чем был? А я с калашником, с запашкой.
Не знаю. Нет, там кого, кого, вообще так, без... Тебя свой убил сзади, там все вам сзади прилетело. Сначала по ворону, потом... Не-не-не, меня спереди убили. Я смотрю на меня, пулеметчик бежит, я начал хоть стрелять по нему. А он сзади его убил, полетал. Да его одного, он даже... По головам. Пашка, я типа с пулемета попал, да, по тебе? Ну, наверное, да. Возле колеса, да, это да. Для провода с ПКМ, да? Сколько там хамили человек? Да. Где? Да, вижу кучу. А там до хрена, это полный был. А я их предупреждал, что хамер горит. Они красиво горели. У вас трое с сундуком собились? Да. Ты в трубе застрял, что? Да, да. Но я говорю, черепашка не смогла обратно заползти. Так ты ногами застрял. Ну. Но... Не надо всякие щели вазить. Еще один, блин. А в этом доме, где я сейчас умер. А, вот он, вижу, мертвый. Сбылся. Там по тебе двое стреляли, и они оба упали как. Ой, попали по военному. У меня такое чувство, что я в задницу просто по головам стреляли. Сейчас посмотрим на выходе. Да здесь туман, не разбери хорошо, непонятно где кто. Есть золотое правило, не уверен, не стреляй. Не все ему следуют. Это да. Что-то я не вижу, где он уж сидит, этот стрелок. По военному, который бьет. Так кочегар стрелял. А это я. Игорёк, конечно, сидит в хорошем месте, но не туда смотрит. На. Ух, нихрена. Прям в лицо. Это корвус? Да. Человек неожиданно так, неожиданно. Да. Я хлопок слышу, думаю, сейчас полетит куда-нибудь, прямо в лицо. Там слышал щелк и все. Да. Только фаер нам его. А может и нет, он просто не снит. Что у него низина. Он пробивает? Да, он ничего. Вот периодически один дается, я говорю. Ой, прям на него выбегает. Прям на него выбегает. Прям на ствол. Давай, 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 увидел. По-моему, увидел. Какое ранение, что ли, ничего не Есть. Видео. Корпусом давай. Вперед. На корпус реально издевается. Я несколько раз сказал, просто хватит. Я, блядь, здесь. Это не по тебе корпус. Это тебе бифайр. Сэмки. С калаша, нет. Это калаш был. Калаш. Стоп, ну я видел, как реально флайер, корпус по мне стрелял. Прям смотрел его в сторону, когда бежал. Я видел, как он чисто по мне решетил. Сэмки. Догадывается. Что, можешь написать? Двигай на ней. Здесь надо после минуты 30 давать какую-то минуту и просто. А, направление где враги. Там находится. Время на атаку-то есть? Здесь становится очень трудно в плане того, что город огромный. Людей мало.
Ты уже все уже делают. И гранаты кидают, и стреляют. Если сейчас палево было, они понимают, что он в доме. Ты все, он ушел туда. Тут домов до хрена. Черный. Вот это окончо. Кочегар. А если он сейчас... Время. Время. А, сбежал. Я еду. Ох, как вас много. Даже двоих убил, ничего себе. Шесть человек. Какая жесть. Ой, ворона. Ты уже его приманивал, так это... Блин, а я слышал, как он стонет около меня где-то. Колос, мы с тобой разменялись, да?